Друзья, всем привет! Смотрите, в какой сказочной мы обстановке. Привет, Ксюша, привет, Эльфик. Смотрите, какая у нас шикарная весна. Не удержусь я никогда и пока не покажу вам вот эти прикольные листья японского клена. Очень красивые, покраснели листья, красота. Ну, а наш Эльфик, друзья, все больше и больше времени проводит на улице. И, возможно, он уже перейдет в свой вольер. Да, мы для него готовим вольер. Будет пространство и внутренний домик, где будет очень тепло. Ну и, соответственно, внешний. Вот. Ну и как обычно. Да, да, да. Скажи, ну давай быстрее, мой дом. Я уже хочу в доме. Вот. И внешний вольер, где он будет... сидеть на солнышке, на свежем воздухе. Вот. Ну и, как правило, позже мы ему подселим самочку. Ну, пока он еще малыш, самочек ему рано, поэтому в гости буду заходить к нему я. Мы также будем прогуливаться. Вот, с лапками у него уже все в порядке, но витаминчики продолжаем для профилактики давать. А так, здоровый малый, скажем так. И я думаю, в будущем будет мега-альфа-самцом. Ну, это точно. Он совсем ручной, но я думаю, он проявит свои естественные инстинкты вот, по отношению к своей жизни, к своим самочкам. И будут у нас маленькие эльфики. Вот. Ну, мне так хочется. Я думаю, что так оно и будет. Вот, друзья, так что у него все в порядке. Вот. Немножко еще, конечно... улицу он побаивается, хотя мы каждый день гуляем на солнышке. Но я думаю, когда он переселится в свои новые апартаменты, скажем так, он абсолютно привыкнет уже к улице, как и все остальные посетители, и будет радовать вас своим присутствием, да? Ну и мы очень верим в то, что у него все будет супер. Ведь это такой малыш. Представляете, с такой трагической судьбой, с такой тяжелой судьбой, его бросили родители, чуть не убили, и вот он выжил благодаря сотрудникам зоопарка и теперь отправится в свою собственную увлекательную взрослую обезьянью жизнь. Вот, ну тем более под таким началом с Ксюшей, так это вообще замечательно. Друзья, ну вы же слышите, шум воды у нас, фонтан работает, солнце. Вообще, как говорят, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, да? И эльфик, конечно, здесь. Во-первых, у нас очень влажный климат, очень теплый, очень комфортный, такой как раз-таки, как практически в родной среде у этих потрясающих обезьян. Наш субтропический климат подходит абсолютно всем. Вот у нас самые крупные львы, наверное, во всем мире, потому что у нас тепло, и тут живут и кайфуют. У нас всегда очень тепло и комфортно. Вот, у них теплые домики у всех. Ну и у нас такой зимы суровой нет, как, допустим, в других регионах России. Ну да, и несмотря на то, что у нас такой суровой зимы нет, что такое? Ты зиму вспомнил? Да, скажи, зима холодно, наверное. Нет, у наших животных у всех тепло. Домики обогреваются, везде инфракрасные лампы, в общем, им комфортно. Комфортный домик, но просто у нас общая обстановка, общий климат, это вообще, это чудеса. Мы в таком волшебном месте живем, друзья. Да, это очень факт. Счастливы. Да. Недавно, знаешь, какая перекличка была? Шимпанзе наши, у нас 4 их здесь на нижней территории, и Гера, львица. Шимпанзе, значит, у-ху-ху, и Гера, ва! Извини. И ты тоже перекликался, да? И... Скажи, а меня забыли? Я же громче всех орал. Я же кричал, это я. Вы попутали меня со львом, наверное, он говорит. Все крики льва исполнял наш эльфик. Вообще очень интересно, когда начинаются переклички, причем разные. Обычно, ну, львы со львами, с разных вольеров, а тут шимпанзе и львица. Это было что-то. Да, друзья, вот видите, у нас очень сказочный зоопарк. Удивительные питомцы, потрясающие сотрудники. Вот, эльфик, эльфик. Ну давай, все хотят, конечно.
Скажи, что там? Все, солнце, наверное, надоело. Я вот понимаю, он убежал в тень. И мы с ним прогуляемся, конечно, по теневой части зоопарка. Таких у нас много. У нас очень много различных растений. Я думаю, в этом ролике я вам показал вот всю полноту и красоту не только нашего зоопарка, но еще и ботанического сада. Ведь здесь огромнейшая коллекция различных растений. Тоже со всего мира. Со всего мира, да. Да, есть очень много редких растений, которые там не приживаются нигде, а у нас они растут. Вот. Поэтому вы же знаете, что Олег Зубков — это удивительный, уникальный человек. Он смог собрать не только коллекцию животных уникальную, но и огромную коллекцию удивительных растений. И знаете, что меня больше всего поражает? Он их не просто собрал. К какому растению не подойдешь, он с легкостью расскажет, откуда, когда привез, как называется, как надо ухаживать. Да, да, у да, человека, мне кажется, у него знаний там не просто кладезь. Он знает все о животных, он знает все о растениях, он знает все о природе. И еще очень много интереснейших, может, фактов рассказать, и подсказать. И мы, конечно же, все у него учимся. Да. Да. Это наш гуру. Олег Алексеевич, привет. Вот. Поэтому, ну, как бы, удивляет. Ну, просто какой-то обычный человек вряд ли бы смог создать вот такую красоту. А у нас здесь, друзья, просто удивительно. Ведь человек-лев уникален. И таланты его безграничны. Да, эльфик? А? Скажи привет-привет. Привет-привет. Скоро у меня будет новоселье. Приглашаю всех в свой новый дом. Пить чай с пряниками. Класс. И с вареньем. Смотри, Гошка за нами наблюдает. Гошка. Да, пока я на него прицел навел, он уже за пальмой. Тоже хочет, скажи. Я тоже хочу подружиться еще с кем-нибудь. Да. Ну что, ты нагулялся? Ты нагулялся? Да нет, уже тут тенечек. Под куртку залазить не надо, тут уже интересно. Ну, скажи, да. Что тут есть? Так, что это за интересные растения? Что тут такое красивое? Камушки какие-то. А насекомые в них живут? А вот смотри, смотри, какое насекомое, эльфик. Смотри, 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 смотри. Оп, насекомое. Все, лови, 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 лови. Обманули эльфика. Ну так, любя, друзья. Ну что ж. Классно. Да. Вообще удивительно. Тогда мы будем потихоньку возвращаться в домик. Нам так я вас провожу. Кушать. Кушать, конечно. Будем кушать. Да, друзья. Вот такие удивительные прогулки удается мне снять на камеру. И в этом волшебном мире зоопарк, сказка, показать всю эту потрясающую красоту. Смотрите, ну вот эти просто клёны, они удивляют. Вот если бы у меня был дом, возможно, когда-то в будущем у меня появится, я обязательно посажу вот такие растения. Я тоже. Вот, поэтому, друзья, как видите, красота. Вот, Ксюш, замри на секунду. Вот я отдаляюсь. Ну, где вы такое видели? Вот где такие красивые картины можно увидеть? Только у нас в сказке. И это бесспорно. Ну, конечно, еще можно увидеть в Тайгане. Там тоже классный работал ландшафтный дизайнер, которого зовут Олег Зубков. Ну, да. Да, потому что... Все те же на манеже, да. Да, он знает, куда что посадить, знает, как ухаживать. И... Да, там тоже очень красиво, такое же разнообразие. Здорово, я тоже люблю бывать в Тайгане. Вот, чего и всем советую. И рекомендуем там оказаться. Да. Вот, но, друзья, самое главное, приезжайте к нам в зоопарк «Сказка». Да, эльфик, иди давай, всем помашем. Приезжайте к нам в зоопарк «Сказка». Мы работаем каждый день без перерывов и выходных. Также двери парка Львов Тайган открыты всегда. Тоже всегда. Там тоже очень сейчас круто. Львы гуляют в саванне. Так что, друзья, приезжайте в наши любимые парки. Мы вас всех ждем, всех и любим. И, возможно, со всеми встретимся. Всем отличного настроения. Пока-пока, эльфик. Давай. Ой, помахал.